Так, вот мы снова продолжаем. Надо закупиться. А не, так все хорошо. Патронов дофига. Ладно. Побежали. Так. Что за фигня? Прикол, все скинулось. Да, багануто немного. Кнопку сброс нажал. Вау. Жаль, тут нету этого авто, чтоб все слишком большой вес, что я уже это либо сюда. Ну ладно. Максимальное замедление до 95. Ну пойдет что? Нет, не пойдет. Ну, что я сбросить сейчас не могу это все дело. Ох, ёлы-палы. Ах, это надо было просто броню, наверное, поменять. Да. Надо было просто поменять броню. Ну вот и все, мы готовы. Да что ты, кто меня тут заметил-то, ёлы-палы. Да он глазастый какой. Их не видно там.
Ай-яй-яй. Тут пищит, где-то крыса. Мы получили деньги. Где заактивировать? Не туда. Что с прицелом? Походу не тут. Жаль, жаль. Да откуда столько свистов? Приколюха была. Ну, вот, трансформация материи. Да где ты? Тебя не видно, а? Так, транслятор дезактивировали. Что-то мне кажется, что вначале дезактивировать надо, а потом за трансляторами бежать. Вы убили сержанта. Че? Че мне от этого? Не холодно, не жарко. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну где ты стреляешь? Покажись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежим, 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 бежим. Это нежданчик. Были убиты собой. Вы для себя будьте осторожны.
А! Напугал. Да что ты? Что-то как-то это. Вызвать клона. О, еще один. Фига себе, а вы стрелять будете, клон? Дай пройду, клон. Что-то хп-то не восстанавливается нифига. Ту они еще и стреляют. Да какого лифта? А, вон лифт. А почему быстро? Вселение брони. Я еще этот не сделал. Хорошо, хорошо. Блин. Опа. Новый Эдем. Ой. Фига его как. Нифига, я все патроны потратил.
Ну и чё, с кем побазарить тут надо? Наконец-то ты бери был новое, да. Наше здание будет полно риска. Наставник Ха-Ха федералы определили наше местоположение и готовятся к нападению. Могут ли они быть умнее, чем мы изначально полагали? Федералы — это крысы, их и так, других надо истреблять. Ваш энтузиазм иногда меня пугает. Тем не менее, вы должны действовать быстро и эффективно. Что ты собираешься делать из приложения? Согласно сведениям одного из наших внедренных агентов, есть вероятность подкупить полковника. Я обнаружил плохо скрытых радиомаяк для обмена информацией в киберпространстве, принадлежащих Киру. Я могу взломать его. Нам надо убить их генерала, тогда паника и хаос охватят его войска. Наш агент уже определил его местоположение. Вот давай вот этим и займемся. Не сказать, что он утончённо, но достаточно эффективно. Змея без головы ничто. Теперь идите и очистите эти земли их кровью. Спасибо, босс. Солдаты федеральные войска прибыли в большом количестве. Я ничего не мог сделать. Фига себе. Мужик, нет! Оу, это что, Саша Грей? Прикольно. О, мужики. Офигеть, а вы какими тут макаром? Не, ну пойдемте, чё вы. Так, это что, баррикады вынести надо? Ай-яй-яй. Ай, чё это за шняга? Да кто в меня стреляет, вы чё? Блин, всех расстреляли. Да стой ты, куда ты побежал? Дай я клонов сделаю. Пошли, мужики. Бляха-муха, да нас кто-то везде окучивает.
Ну, где боты-то? ХП, ХП мало. Так, вон наверх есть. Да, гады. Вы были убиты загадочным образом. Еще 8 воскрешений. О, мужики, вы что тут делаете? Какого фига у вас тут на входе какой-то урод стоял? Вы нафига квестовых-то убиваете? Блин, лошары, убить не можете никого. Так, ладно, ты кто такой? Да какой страшный. Наверное, не знаю. На нем треугольник же висит. Фиг его знает. Бубиком, подожди, не гри со мной, я придумаю гангстерскую мелодию, я принц домашнего фристайла. Чё мне с этого? Мужики, короче, я вас сейчас всех убью туда. Это что такое было? Ты со мной тоже грить не хочешь? Тоже сдохну. Не, я пытался с вами по-хорошему. Вы же нифига не понимаете. Ну и где мои боты? Пошли. Да ты чё? Так. Ой, инвентарь, точно. Патроны к дробовику, нафиг они мне нужны. Прям Хитман устранить. Опа! Это было страшно. Да что ты?
Фигалки, а? Да ну вас нафиг. ХП, ХП, ХП. Это точно не ХП восстанавливает, это какая-то другая фигня. И чё, где клоны? Мои ноги в порядке. О, пацаны, пойдемте. Да ёпрёца ты. У меня же ХП кончается, что делать? Go hunt. Мне бы аптечку вообще бы. Ёпрысоте. Тихо, 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 тихо. Охренеть тупо. Это что было, что он стоял, смотрел на меня? Как на дебила. О, вас уже трое. Давайте пойдем. Так, куда идти? Вон. Блин, сейчас снова попаду на засаду. Так, а если вот так замутить? Ну, дальше-то прыгай, прыгай, мужик. Да ёпта же сюда. Давай, давай, выходи. Суслизи его с хуя.
О, мужик, а ты кто такой? Полковник Локонс, какой сюрприз, маленький неопытный юнец. Из почти в своем присутствии ты здесь, чтобы просить нас о пощаде? Скажи так, я здесь, чтобы посмотреть, можно ли прийти к небольшой договоренности. Мечтай, я здесь из-за приговора с тобой, ты можешь помочь избежать бесполезной кровавой бани. Я не думаю, что ты в том положении, чтобы вести переговоры, но я выслушаю твое предложение. Я сохраню тебе жизнь, если ты передашь ложные координаты нашего местохождения твоим генералам. В нашей организации практически неограничены финансовые ресурсы. Я предлагаю 2 миллиона, и ты уходишь в отставку. Ну давай координаты. Хе-хе-хе, мне нравится твоя наглость, твоя наивность, но неужели ты правда думаешь, что ты в том положении, чтобы диктовать условия? Но я могу с легкостью убить тебя, так что лучше говори, что знаешь. Хорошо, нам есть о чем поговорить. Ну, сам виноват. Пушка. Во. Во. Патроны. Дай. А, у меня патронов-то нету. У вас этого нет. Чё, время готово? И чё мы изучили? Это функционирует ускорение алгоритм. А, вон какую-то фигню, зуб. Или это найденное было? Короче, мне медкомплект надо. Стоимость. Девять косарей, давай 9 косарей. Мне вообще это надо. Позарез. Бандиты, федералы, 2 союзников, члены сообщества. Монстроподобные. Все, давай, пойдем, 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 мужики. Нету никакого тайного входа, выхода. Кажется, можно пройти спокойненько. Какая-то дверь. Че я его взломать-то не могу?
Точно. Так, исследование. Медкомплект изучили. Так, взлом. Список стационарных банкоматов, полицейский. Стационарная турель. Банкомат. Интересно. Ну пусть будет банкомат. О, чего-то уже нету, полицейского нету. Здесь банкомат. Взлом. Так. Маскировка. Все, выходи, на ну, плохая идея. А вон турель. Вот это плохо. Ах ты, вон на балконе сидишь, пес.
Да, бежим, бежим, бежим. А, вот так вот. Ну это банкомат или что? Да, это наверное банкомат. Блин, вот веселуха-то. Банкомат отбился. Серьезно? Ой-ой-ой, меня сейчас банкомат сломает, вот смеху-то будет. Блин, да ну вас нафиг. На, все, бежать отсюда уже, эту миссию проходить. Изучение. Че, все, денег нету? Да, походу.
Все, денег нет у меня на изучение. Да и две обоймы осталось. Ну. Блин, парни, не надо. Так, патронов нету, вы еще ко мне подстаете. Блин. Все, обойма кончилась. Ух ты, нифига, как у нее это дергается. Я добежал. Ну давай, наставник, жги. Надеюсь, мне не придется тебя мочить сейчас. Превосходно, наша операция прошла без сучка, без задоринки. Пришло время осуществить то, ради чего мы здесь. Я слушаю вас. Член, который, как оказалось, вел двойную игру, украл кибермозг у одного из лидеров. Вот-вот его продаст федералам. Нашим врагам нельзя допустить того, чтобы он попал в их руки. Как ему это удалось? Я думаю, что наша система безопасности безупречна. Оставьте проблемы внутренней безопасности другим. Твоя задача заключается в том, чтобы вернуть кибермозг. Я буду наблюдать за выполнением операции отсюда. Я понимаю важность этой операции, не допущу ее провала. Специальный агент Тацо проследит за ним до склада, где вот должна состояться их встреча. Поторопись, предотврати сделку предателя с федералом и не оплошай на этот раз. Как пожелаете, учитель, ваша мудрость озаряет. Постарайся не повторить то, что произошло на
И на сей раз действую скрытно. Нет проблем, я пошел. А могу я предположить альтернативу? Я должен признать, что ты меня заинтриговал. Так о какой альтернативе? Я получу наводку, говорят, мол, Чунг должен быть в этом городе со своей бандой. Чунг, та стая мародерская гиена, ах, теперь я понимаю, ты хочешь использовать его как свою пешку, чтобы тот сделал работу за нас. Умно, но это опасно. Вы правы, есть небольшой риск, так что лучше выполню это. Не волнуйтесь, я умею вести с ним дела. Именно такое стечение обстоятельств не может не использовать Чунг в наших целях. Меня не интересует, как ты это сделаешь, но я уже предвкушаю успех операции. Блин, и снова бежать. Хорошая пушка, чё это, кстати? Вот это что ли? Да, она, кстати. Ведь все пропало, да? Никаких патронов нет. Так, что-то мне кажется, надо снайперку брать. Никуда не лезет, да? Это тоже. А снайперка-то попроще. Тоже здоровенная. Не, ну с дробаном не побегаешь. Скорость средняя. Так, нет. Придется короче вот тут убрать. Ну, пару гранат. Чем мне это изучение это дало? Ну изучил я. Так, силу бы поднять. Ну тут что-то я задолбался бегать как тормоз, лучше в броне буду бегать.
Мужик, ты уже ждешь? Да, бегает он как последний тормоз. Тоже не эта дверь. Опа. Ты что, его замочу, что ли? Прикольная штука. Вообще огонь. Я же там их всех замочил уже. Чем меня снова туда посылают? Ты там живой? Чё прокачивал силу, чё не прокачивал? Мои ноги в порядке, снова я ноги сломал. Не, ну чувак бегает быстрее, действительно. Блин, блин, блин. Стой, Павла. Что-то походу я не того замочу. А, не, того. Где тут вход-то? Че я один бегаю? Страшно. Ай-яй-яй. Не вот тут. Блин, не туда зашел. Вот как так можно? Снова не туда, да?
Ну и чё, это тупик какой-то. Ну, тупик. Меня взломали, гады. Все, отвоевал себя. Ну, это ты тут биг босс. Эй, разжавшаяся морда. Да ты наводишь весь этот беспорядок в городе. Ты свихнулся, парень, это место закрыто.